Да что же это такое? Да как же мне выполнить это задание? А, черт, попробую еще раз. Давай, давай, должно сработать, ну же. Ну, ну, ну. Не понял. О нет, нужно срочно сваливать. А, черт, надо скорее бежать. Нет, 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 он не должен съесть меня. Нет, 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 стой! Не нужно меня есть, я тебя прошу, пожалуйста, нет, не надо! Срочные новости, это телеканал Майнкрафт 24. В нашем закулисье произошла беда. Мы выясняем обстоятельства сложившегося, но кажется, в закулисье завелся какой-то страшный монстр. Ладно, на самом деле мне немножко страшно здесь находиться, поэтому я пойду. Всем пока! Господи, да что ж ты будешь делать? Закулисье это дурацкое, ладно, хоть мы в него не ходим никак. Леня? Я вот думаю, что есть будем? Ты правда думаешь о еде? А? Конечно. А что? А, да нет, нет, ничего, Лень, ничего. Ставь лайк, если ты это заметил. Лень, слушай, я, наверное, пойду. Мне нужно сейчас ролик один смонтировать и выложить. Плачу. Чё? Зачем ты плачешь? Не, не туда ударение поставил. Плачу, вот. А, платишь. А... Ты придурочный, все, иди отсюда, Лёнь, не мешай. Мне нужно на второй этаж, там будет такой ролик, просто подписчики офигеют. Гол со мной в закулисье. Чё, в смысле? Окей, иди, иди монтировать, иди. Какой закулисье, совсем что ли, Лёнь? Не вздумай даже идти в закулисье в это. Нет, если ты... Шел вон отсюда! Ладно, я сейчас быстренько смонтирую ролик, и там уже посмотрим. Эту или эту модель? Неа, все не то. Может быть, что-нибудь из этого? О, выбрал! Здрасте! Можно мне, пожалуйста, PlayStation? Да, с вас 50 тысяч рублей. Чё? Да, приставка стоит 50 тысяч рублей. Ну, у меня только осталось 3 тысячи. Чё, тут какие-то старые модели остались. Лёнь, ты чё плачешь? Он мне приставку зажмотил. Тебе чё, опять денег не хватило? Да. Лёнь, куда ты постоянно тратишь все свои деньги? Владос! Это были необходимые траты. Что? Пыль! Покупаю! С вас 4 тысячи! Обалдеть! Возьмите все мои деньги! Все мои тысячи! Я купил настоящую пыль индийских дорог! Ты действительно считаешь это необходимой тратой? Вообще, да! Ой, господи! Или, например, вот! Сколько это стоит? 10 тысяч! Брать будете? Конечно! Беру две! Покупаю! Лёнь, у тебя что, до сих пор нет накопительного счета в Сбере? А что это такое? Лёнь, коротко объясняю, что такое накопительный счет. Ну смотри, Лёнь, ты можешь открыть накопительный счет, положить на него деньги и накопить абсолютно на любую свою покупку. А зачем мне туда их класть? Ну, Лёнь, таким образом твои деньги будут в одном месте, и ты сможешь контролировать свои глупые траты или не делать их вообще. Ничего они не глупые. Займи денег. Открыть счет можно, если тебе исполнилось уже 14 лет. Я пошел открывать накопительный счет. А, Лёнь, нет, стой! Лёня, подожди! Скорее, скорее счет открывать! Блин, дурацкие двери. Откройте мне накопительный счет! Да блинский, блин, Лёня! Можно и без этого, смотри! Куда? Накопительный счет можно открыть всего в пару кликов со своего телефона. Реально? Показывай. Заходим в приложение Сбербанк Онлайн и выбираем раздел «Вклады и счета». Дальше мы кликаем на накопительный счет. Все. В смысле все? Ну в прямом. Это делается очень быстро и бесплатно. То есть я просто кладу деньги на свой накопительный счет? И они будут у меня там максимально безопасно храниться? Лень, что значит храниться? Они будут там не только храниться, а еще и приумножаться. Чего? Да, Ленечка, сейчас можно открыть счет под 6,8% годовых для тех, кто откроет счет первый раз. Я открываю счет первый раз. Владус,
А как этот процент на остаток работает, а? Ну, предположим, ты положил в банк алмаз. И через время к этому алмазу добавится еще одна небольшая частичка алмаза. Что? Чем больше времени проходит, тем больше алмазов у тебя становится. То же самое и с деньгами. А сколько можно положить на накопительный счет? Минимальная сумма будет 3000. О, так 3000 у меня есть. Да, Леня, а еще этот счет ты можешь пополнять и снимать с него деньги в любое время. Поэтому в следующий раз, когда ты захочешь купить себе какую-нибудь безделушку, лучше закинь деньги на накопительный счет. Леня из будущего тебе скажет за это спасибо. Спасибо! А-а-а, быстрее открывать счет! Так, сейчас, секунду. Ха-ха-ха, готово! Ха-ха, теперь мне точно хватит на мою покупку! А ты что смотришь? Если что, все ссылки будут в описании. Открывай счет вместе со мной и копи деньги. Не трать их на всякую ерунду. Как он вообще уснул в такой позе? У меня есть идея. Да... Да нет, а нет, подожди, стой! Закулисье! Надо только аккуратно пройти мимо Владуса, чтобы он не услышал. Блин, черт! А, вроде бы не услышал. А, блин, нафига я это сделал? Бежим! Что? Что происходит? Откуда эти звуки? Ты что, придурочный? Нет, Лень, стой! Нет, ну что, действительно собрался в закулисье? Нет, Лень, погоди, не надо этого делать, я тебя прошу, стой! Нет, Лень, пожалуйста, это закулисье того не стоит! А, да иди ты к своим мажорам! Я хочу в закулисье! Каким нафиг мажорам? Вот таким! Лёня, да подожди, ты с ума сошел, что ли? Ты сказал, что не будешь со мной дружить, если я буду червяком! Нет, Лёнь, главное не прыгай, главное, пожалуйста, не прыгай в это закулись. Лёнь, башка чешется. А, я думал, ты честь отдаешь, чтоб спрыгнуть уже... Придурочный! Ладно, мне придется за ним в любом случае. Раз, два, три. Вот дебил! Так! Офигеть. Лёня? Офигеть! Мочканули! Лёнь, ты чё, придурочный? Это же отсюда новости показывали. А как там выбраться отсюда, собственно, а? Я думал, это фейк-ньюс. Нифига себе не фейк, Лёнь, а это реально тут произошло? Ты чё приоделся-то, как этот урок английского языка? Нет, Лёнь, даже не думай! Ты же не знаешь английский. Фейк с английского фейк. Значит, фальш, значит, неправда. Дебил, я не знаю, как вообще на это реагировать. Пошли, давай за мной! Я, в принципе, помню, где тут был выход. Главное, идти всегда по одной тактике. Если мы свернем один раз не туда, то все. Вот стрелочки, сейчас мы отсюда выберемся, Лень, все будет нормально. Выхода нет! Да как нету так... Лень, встань, иди сюда, Лень, по стрелочкам просто иди за мной, я тебе сейчас покажу. Ребята, поставьте лайк, кого Леня реально вот, ну, вот подбешивает, знаете, уже начинает так немножечко бесить. Я думаю, что 31 декабря я найду нового ассистента на видео. Это будет просто феноменально, вот сейчас вот надо лайк поставить. Владус, а это что? Да, сейчас, Лень, подойду. Лайк надо поставить, комментарий написать, главное подпишитесь, потому что 31 декабря будет новый под... Это что? Показывай. Да иду, смотреть. Будет новый подписчик на канале, так что это... Ну что там? А, Леня, это, кажется, камера. Не понимаю, а что она тут делает? Не подглядывай, кто бы ты ни был. Не подглядывай, понятно? Я тебе говорю, не подглядывай нафиг. Кто бы ты ни был за этой камерой. Он точно... Дебил. Лёнь, да хватит в нее пялиться, пошли давай за мной. Я знаю, куда нам нужно идти. Уверен? 100%, Лёня, прям 500%. Давай, прыгай за мной. Здесь у нас находится второй уровень закулисья. Но чтобы по нему выбраться, смотри-ка, стрелочки-то показывают на... Ты дурак? Чё? Ой, Лёнь, тебе чё, страшно, что ли? Чё? Нет, ты чё? А, Лёня спалился. Так, да давай за мной. Лёнь, я знаю, что нужно делать. Давай, бегом. Ого. Слушай, мне это не нравится. Вам не выжить. А, пон-пон. Да я скажу, да я. Что ты скажешь, Лень? Ребята, вот вам буквы. Угадайте, какое слово здесь зашифровано. Дурак, что ли, Лень? Это не ребус. Тут просто написано «Вам не выжить». Лень, ты придурочный. Те, кто подписаны на канал, как бы знают, что он имел в виду. Но Леня тупенький, и это нормально. Люди, которые на меня подписаны, и так это знают. Пошли давай за мной!
Владус, капец, она тяжелая оказывается. Лёня, мы нашли это место, смотри. Как вообще ее шея выдерживает? Лёнь, хватит, а? Смотри, нам нужно, чтобы отсюда выбраться, сюда положить игрушку. Ты понимаешь, все очень легко. Я и сам своего рода Менделеев. Смотри. Не, Лёнь, не работает. Так, слушай, а если мы ее оббежим? О, смотри! Начать поиск. Чё? Зачем? Лёнь, я тебе еще раз говорю. Мы должны найти части одной игрушки. Положить их сюда, и мы отсюда выберемся. Давай проверим. Опа. И что здесь, собственно, делать? Испытание номер один. Найди кнопку. А, так это будет легко. Лёнь, так пошли. Лёнь, ты куда... Ты что, опять камеру нашел? Сам такой? Не подглядывай, ну не подглядывай, ну ты чё, ну ты... Я же вам говорю, хватит за мной подглядывать, дурочки что ли? Убейте его, пожалуйста. Да, таких придурков я не встречал. Лёня! Отставить! Пошли давай за мной! Кнопку, кнопку, кнопку. Ну, это будет и правда несложно, потому что... Здрасте, носатый, не мешайте нам найти кнопку. Иначе мы отсюда никогда не выберемся! Владус, а что там? Ничего там нет. Ты про что вообще? Лёня! Помощничек, блин, давай вставай, зонтик ломай. Как он это успел вообще здесь поставить? Ладно, это не важно. Здрасте, носатые. Может, вы нам подскажете, где здесь вообще кнопка? Точно. Чтобы ее найти, нужно смотреть издалека. Зач, я уже давно нашел. Что значит давно нашел? Где она? Там. А где там-то, Лёнь, ты что, совсем что ли? Он меня опять обманывает. Он, наверное, сделал вот из дерева сейчас эту кнопку, да? Не-не, Владус, пойдем за мной. Да иду я за тобой, иду. И зачем мы дом только что оббежали по кругу? Не знаю. Придурочный. Вот. Вот если она не рабочая, я тебе дам по башке, понял? Ничего не понял, Владус. Что это? О, Лёнь, смотри, мы нашли первую часть тела. Кажется, мы нашли туловище котопчилы. Чё, сам ты такой? Я тебя не оскорблял! Лёня, ты сейчас получишь мечом по заднице, зараза такая! Так, ладно, сейчас мы поставим это туловище вот сюда. Отлично, и попробуем нажать еще раз на это. Ё-моё, Лёнь, ничего себе, куда мы попали? Это что, реально Poppy Playtime в Майнкрафте? Да, FNAF. А, ну да, как там это, Poppy? Тут придурочный, я не знаю. Что с тобой опять? Не знаю. Ладно, слов нету, давай пойдем за мной, не отставай. Офигеть, это что самое место? Я, кажется, начинаю вспоминать. О, Лёнь, стоп, а мы же здесь как-то раз были. Когда? Я уже не помню, когда это было, но сейчас я немножко напугался. Лёнь, давай, я открываю эту решетку. 50 тысяч лайков, и мы пойдем туда. Ладно, 50 тысяч, так 50 тысяч. Я думаю, что, ребят, вы никогда не поставите 50 тысяч, это как-то многовато. Давай за мной скорее. По вентиляции сейчас мы проберемся. Точно. Да, я знаю, куда нам надо. Лёнь, ты, конечно, меня извини, но нам нужно будет... Пойду прыгать за ним. А чё ещё делать-то? Ладно, погнали. Накопительный счет — это простой способ сохранить и приумножить свои сбережения. Например, для клиентов с 14 лет в приложении Сбербанк Онлайн доступен накопительный счет со ставкой до 6,8% в первые 3 месяца. При этом можно пополнять и снимать со счета средства без ограничений и комиссий. Копить можно с любой суммы. А если пополнить счет на 3000 рублей или больше, то на эту сумму банк начислит проценты. Откладывай деньги на любые цели, от ежедневных покупок до большой мечты, вместе с накопительным счетом от Сбербанк. Ё-моё! Где это я? Что это все такое? И где Лёня? Он здесь! Владос, спаси меня, пожалуйста! Ёперный театр. Это еще кто такой? Так, слышь ты! Ты что, решил тронуть моего друга Лёню? Как ты смеешь врываться в мой храм без приглашения? Слышь ты, сейф говорящий, иди-ка сюда, я с тобой сейчас разберусь. Лёнчик, не переживай. Окей, не переживаю. Сразимся? Ну... Попробуй. А вот и попробую. Ты дурак, что ли? Сейчас я тебе покажу нафиг, как надо. Опа! Бокси был убит Владусом. Ого, вот где мы еще должны были взять одну часть тела, я понял. Надо только спасти этого аглоеда. А, нет, помогите, нет! А, ты уже все, что ли? Сейчас тогда подожди.
Ты чё, придурочный, что ли? Всё, го, пойдём. У меня рычаг. Какой ещё рычаг? Что этот рычаг делает? Телепортирует. Господи, мой друг! Да ну тебя нафиг, вторая часть готова, осталась последняя. Владус, иди-ка сюда. Зачем, Лёнь? Ну нам нужно просто на рычаг тыкнуть, и мы найдем последнюю часть. Иди сюда, говорю. Ты зараза, что ли, такая, Лёнь? Куда сюда-то? Подлезь! Снецу. А что мы здесь делаем? Давай-давай, сюда-сюда. Ты куда сюда-то, Лёнь? Ну, может быть, хватит, а? Нам как бы нужно домой... Иду я, иду, хватит в меня стрелять! Господи, я возьму винтовку в следующий раз с собой, а то как-то неудобно. Давай, иди уже, убери ты эту свою пукалку. Давай-давай, Владус, за мной, за мной, за мной. Вот. Что вот? Что это такое? Угадай правильную дверь. А это для кого вот эта вот надпись непонятная? Че за кислый Скитлз? Откуда у тебя вообще Скитлз? Ребята, напишите в комментариях, какое слово зашифровано в этих буквах. Я уверен, у вас получится это сделать, потому что оно очень легкое. Закусончик? Лень, сам ты закусончик. Ладно, пишите комментарии прямо сейчас, а я выбираю вот эту дверь. О, да... Лень, тут было две правильные двери. Да? Да. А... о чем думаешь? Нет, ни о чем. Просто так. Ладно, Лень, нам пора, хватит плакать. Куда это вы собрались? Ой, нет, сейчас прямо нужно подписаться на канал, кнопка подписаться здесь на экране. Я уверен, у вас получится это сделать, Лёня. Вот здесь предыдущее видео, посмотрите его, а мы увидимся уже в следующем ролике. Кликай на него. Пока.